Территория двора по улице Молодогвардейской расположена напротив Дворца спорта, а это центр города. Поэтому все, что относится к благоустройству, на особом контроле жителей ближайших домов. На недавнем объезде в рамках проекта «Мой дом», инициированного губернатором Дмитрием Азаровым, глава города Елена Лапушкина получила порядка 30 просьб самарцев насчет облагораживания территории Ленинского района. Один из вопросов касался ремонта арки по адресу Молодогвардейская, 209-211. Жильцы были обеспокоены, что рано или поздно она начнет разрушаться. Но благодаря оперативной работе просьбу неравнодушных самарцев передали профильной службе. Результат налицо. Отремонтировали в кратчайшие сроки. На сегодняшний день, если пройти посмотреть, поднять голову, арка покрашена. Там были восстановительные работы, а именно потолок арки восстанавливался. Заштукатурили, покрасили, привели в порядок. Это делала управляющая компания, которая относится к нашему дому. Также жители ближайших домов пожаловались главе города на ресурсоснабжающую компанию, которая не следит за своей территорией, и на местный магазин, который складирует мусор за домом, а также на баннеры, загораживающие вентиляционную систему и создающие пожароопасную ситуацию. Поступили и другие просьбы. В ходе объезда глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила, как были решены все эти вопросы. Были выявлено 30 замечаний, из которых 21 замечание уже устранено, 6 в работе, это длительные вопросы, и 3 проблемные вопроса, они требуют дополнительной проработки. Вы знаете, что есть проблемы быстро реализуемые, устранимые, а есть, к сожалению, вопросы, требующие дополнительного финансирования и какой-то дополнительной проработки. На еще одном адресе, Чернореченская, 49, проезд на территории двора недавно вскопала одна из ресурсоснабжающих компаний, чтобы устранить повреждения внутренних коммуникаций. Сейчас на участке благоустройство пока не восстановлено в полном объеме, но до конца июля данный вопрос будет решен. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.